Пошел видосик. Видосик пошел. Значит, я в понедельник. Это вот последний понедельник или последний. Ездил в термы. Это 500 километров от Седова. То есть мы берем вот Одо. И, естественно, после того, как в понедельник я приехал, в четверг я уехал, это еще 500 километров. В основном дорога шла по трассе. Станица Ярославская, Краснодарский край и Камень-Шахтинский, Ростовская область. И вот... По просьбе решил сделать сколько там чего, какой там расход и прочее. Ну вот сообщают цифры, значит, средняя скорость у меня вообще-то, эта машина 14 года, у меня с 17 года я езжу, так сказать, степенно. Средняя скорость 49,1. Далее колеса повернуты так, далее давление в шинах и начинаем. Средний расход топлива на 100 километров, вот этот показатель такой, 14,3. Средний расход топлива, это вот как раз опустилось после того, как я проехался по трассе. То есть началось там 14 с копейками, и потом потихоньку опустилось до 12,9. Но это не значит, что там 12,9. Это, так сказать, она опускалась. То есть если ехать на большое расстояние, и примерно со скоростью я ехал от 90 до 110, это так средняя скорость, ну, где чуть больше было, где чуть меньше было, то можно достичь вот такого вот результата. Текущий расход, ну, машина стоит, ничего, не едем никуда. Топливо на... Заправился я на Газпроме, там... 800, где-то 62 километра было. Ну, естественно, я проехал туда-сюда. Осталось 515 километров. Здесь два бака. 130 литров. 95-й. Средняя скорость 0. Ну, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Доложил вам. А вы там уж понимаете сами, как хотите, потому что там скажешь... расход топлива по городу, там, конечно, будет гораздо больше. А заодно я решил показать, какой расход бензина, то бишь топлива, он же бензол, на Lexus LS 430 2002 года выпуска. Значит, пробег 301 тысяча с гаком. И начинаем. Так. Это сколько бензина? Так, вот. Какой-то показатель. 11,4 литра на 100 км. Другой показатель. А, это мгновенный расход. Мгновенный расход. Машина пока не едет. И вот еще Танск Анг. 12,7 литров на 100 километров. Ну, это ближе. То есть, как бы сказать, общий расход. Что она ест, эта машина. Ну, это сколько осталось. Бензина еще. Ух ты, 372. Я езжу и доволен. И доволен, езжу доволен.
и расходом бензина, и всеми прочими качествами данного авто. Ну что, поедем дальше. Снято специально для любителей марки Lexus. А мы кузнецы, и дух наш молот, молот, молот. Кое мы счастья, ключи, чи-чи-чи-чи. Взымайся выше, наш тяжкий молот, в сталяную грудь. Сильнее сто, чи-чи-чи-чи-чи. Ба-ра-ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ра-ба-ба-ба. Ба-ра-ба-ра-ба-ба-ба-ба. Вздымайся выше, наш тяжкий молот, сталиную грудь сильнее стучит. Сталиную грудь сильнее стучи, чи 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 Ну, наконец-таки вышел на тот уровень 8,2. Та-ра-да-та-та, 8,7, еду по городу. 7,6, ну, вот такой какой-то тут мгновенный расход бензола. Сталиную грудь сильнее стучит. А мы кузнецы, и дух наш молот. Какое мы счастье, ключи, чи-чи-чи-чи, вздымайся выше, 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 на тяжкий молот, 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 в сталяную грудь сильней стой, чи-чи-чи-чи-чи, тара-ба-ба-ма-бам, тара-ба-ба-ма-бам, тара-ба-ба-ма-бам-ма-бам-ма-бам-бам-бам-бам, бам-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 
Ну, я думаю, достаточно проехал. Проехал я достаточно. По родному городишко. Та-д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 а
Ага. На 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 на